Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о регуляторе холостого хода. Точнее, по всей видимости, захотела поговорить о нем лошадка. Потому что сравнительно недавно начали плавать обороты холостого, потом стало туго заводиться. Ну, как она заводится, вы видели. Заводится она с помощью педали газа, по-другому ее сейчас не заведешь. Потом еще нужно дождаться, когда она поймает обороты холостого. Может вообще не поймать. Может поймать минут через 5, то есть как получится. Соответственно, несколько дней назад я полез в интернет в поисках нового регулятора. Выбор большой к этой машине. Peugeot, Citroёn. Выбор достаточно большой. И разброс по ценникам. Большой, но в принципе нормальные цены, начиная где-то 1500-2000, это нормальная, я считаю, цена на регулятор. Соответственно, с логотипом производителя будет дороже. Попадаются и совсем дешевые варианты, и самый дешевый оказался 319 рублей. Обычно я не любитель такого краилова, но здесь вверх взяло любопытство. Реально, не знаю. Как взял и заказал я это за 319 рублей. По сегодняшним меркам это, в принципе, это не деньги. Поэтому сейчас я хочу поставить вот этот самый дешевый регулятор холостого и посмотреть, как он себя будет вести, насколько его хватит. Будет ли он вообще что-то регулировать? Может быть, это вообще пустая внутри болванка. Так, снимаем старый. Хочу порекомендовать вам канал моих друзей. Канал называется Леший GPS Team. Ребята занимаются также автомобилями, ездят в поездки, в путешествия. Занимаются раскопками металла, чермета добывают с помощью металлоискателей. Интересные видео. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите. Смотрите, подписывайтесь. Вот он, регулятор. Здесь стоит у нас Siemens VDO. В принципе, он, по-моему, является оригиналом для этой машины. И вот, кстати, неисправность. Здесь тупо провернулся шток. Вот я его могу закрутить, выкрутить. По большому счету, как некоторые говорят, датчик холостого хода. Это не датчик, это регулятор. По своей сути, это шаговый электродвигатель. Насколько шагов повернется ротор, на такое расстояние выдвинется его шток. И вот он, новый. Вот такой вот регулятор здесь у нас, FCR30S081, то есть Франскар, зашифровано, видимо, так. Внешне по посадочным все сходится, одинаковое, а вот здесь сделан пыльничек резиновый, здесь металлический, вот он, вот, пружина закрыта металлическим чехольчиком. А здесь резиновый пыльничек. Вот и вся, по сути, внешняя разница. Сейчас мы его поставим, посмотрим, вообще заработает ли он.
установлен. Ну и что, сейчас попробуем завести автомобиль. Тысячи, и все, оборотики падают на 1000. Да, я сомневался, что он вообще заработает, но пока он вроде бы заработал. Сейчас пробуем еще раз. И еще раз. Да, как ни странно, регулятор за 319 рублей работает. Ну, значит, регулятор установлен. Машина с ним завелась нормально. Вот как он будет ездить, я сейчас, конечно, проверять не буду. Проверю, когда домой поеду. Но в любом случае, я потом, как только он выйдет из строя, соответственно, я его буду еще раз менять и сразу сниму еще одно видео. Уже будем знать, сколько он проехал. Вот, пробег там можете отмотать, посмотреть, какой пробег в данный момент. И, соответственно, посмотрим, на сколько километров его хватило и по времени. Вот, соответственно, если видео по его замене нет, то вопрос, насколько его хватило, задавать не надо. Значит, он еще стоит и еще работает. Где-то в интернете я встречал рекомендацию, там какой-то регулятор можно ставить на Самант, но с заменой штока. Вот хочу предостеречь вас воздержаться от этого. Я объясню почему. Вот сейчас я шток вывернул. Вот он шток. Вот. Но дело в чем. Если его вывернуть из исправного регулятора, то при обратной установке регулятор уже работать не будет. Объясняю почему. Вот это шаговый электродвигатель. Работает он как? Подан импульс, поворачивается на один шаг. Сколько импульсов подать, столько шагов он сделает. Здесь внутри обмотка и магнитный ротор. Внутри ротора сделана резьба. Вот в эту резьбу вкручен вот этот шток. Когда ротор проворачивается, шток по резьбе двигается или вверх, или вниз. Ну или вперед-назад, кому как удобнее. То есть в одну или другую сторону. Для этого сам шток проворачиваться не должен. Проворачивается якорь, ротор. Ротор поворачивается, шток движется. Для того, чтобы шток не двигался, вот здесь, не знаю, видно, не видно, блин, что там с резкостью. Вот здесь вот. У нас сделано два паза. Вот такая вот канавочка. Вот. А вот здесь вот, вот здесь, когда-то были два выступа. Вот здесь. Которые двигались внутри вот этих пазов. И удерживали шток от проворачивания. Соответственно, со временем при работе штока кромкой паза эти выступы потихонечку подрезались. И в конце концов они отпали. Вот. Соответственно, как только они отскочили, шток начал проворачиваться. И теперь при вращении ротора шток иногда вращается вместе с ним. Не идет ни в одну, ни в другую сторону. А если идет, то не с той скоростью, которую ожидает ваш контролер. ПБУ или мозги, кому как удобнее. То есть контролер дает несколько импульсов. Ну, столько, сколько ему надо для открытия штока.
а шток поднимается на меньшее расстояние. Соответственно, двигатель не запускается. Пока ногой поправишь, дашь воздух, машина завелась. Двигатель запустился, держишь газ до тех пор, пока контролер поймает нужное положение этого штока. Выбор вот этих вот регуляторов на просторах интернета, в интернет-магазинах, которые торгуют запчастями, вот, достаточно большой. И совсем нет нужды покупать тот регулятор, у которого шток не подходит к вашей машине. Вот. То есть есть в интернете каталог заменителей, качайте, смотрите. Ссылочка на этот каталог тоже будет в описании. Вот смотрите по каталогу и выбирайте тот регулятор, который подходит к вашей машине сразу, без доработок. Не надо ничего дорабатывать. Ну, собственно, и, наверное, все на сегодня. Смотрите, подписывайтесь на канал. Вот, пишите в комментариях. Может, я что-то упустил, забыл сказать. Напишите мне об этом в комментариях. Ну и дальше, значит, сейчас у нас пошло начало нового эксперимента, по идее. Вот, насколько у нас хватит регулятора за 319 рублей. Как только он выйдет из строя, соответственно, выйдет видео с его заменой. Не поддавайтесь на все-таки на соблазн. Не надо заниматься Краиловым. Краилова обычно ведет к Попадалову. Поэтому чем больше скроишь, тем на больше попадешь. Обычно так. Всем пока. Все ссылочки в описании. Заходите, переходите по ссылочкам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.